Он признал, что сжег машину сестры из мести. В Ленинском районе будут судить 36-летнего поджигателя. Чтобы запутать следствие, на преступление он пошел в женской одежде. По версии следствия, осенью прошлого года сестра попросила брата помочь ей продать машину. Но мужчина сам стал ездить на авто, да еще и в нетрезвом виде. В итоге был оштрафован сотрудниками ГИБДД. После этого девушка забрала ключи от железного коня, а брат затаил обиду. И 1 марта напился, а потом решил уничтожить Киа Рио. Купил красную куртку и парик блондинки, чтобы издалека быть похожим на сестру. В таком виде в такси он доехал до автозаправки, где приобрел бензин. Приехав во двор дома родственницы, сначала трижды выстрелил из пневматического пистолета в стекло правой пассажирской двери, после чего зажег в бутылке бензин и бросил в салон машины. У него, получается, было две бутылки. У него была 5-литровая бутылка, но она была не полная, вот он этой бутылкой полил. И у него еще была бутылка из-под водки, а он в нее тоже налил бензин, как бы ставил в нее фитиль, ее он поджег и кинул в салон. И на этом же такси он уехал, но вскоре был задержан и был вынужден во всем сознаться. Преступление совершено из хулиганских побуждений на фоне личных неприязненных отношений. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. По данному факту в отделе полиции Ленинский управление МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь ему предстоит ответить за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога.